Всем привет! По многочисленным просьбам хочу вам показать реконструкцию сквера на улице Музыки. Она уже находится в завершающей стадии. Вот мы видим здесь внизу универсальную спортивную площадку. Вот эта площадка с тренажерами. Здесь через забор детский садик, по-моему. Тоже там отремонтированы площадки. Здесь вот по периметру велодорожка плюс беговая дорожка. В парке имеется такое поле для мини-футбола. Вот можем видеть, это существующие деревья находятся. Я не знаю, с чем сравнивать, то есть сколько тут их было раньше, но выглядит как вроде бы максимально сохранили эти деревья. Вот здесь это, наверное, центральная аллея будет начинаться. Уже смонтировано наружное освещение, мы видим. Ну, в принципе, практически все готово. Вот этот круг. Здесь будет площадка для скалолазания. Будет скалолазный стенд в этом месте. Если это так, мы придем залезать туда, когда достроят. Так, вот тут перед нами детская площадка с качелями, горками. Здесь зеленая зона такая. Вот эта вот площадка за забором, это для дрессировки собак. Там имеются специальные снаряды для них, чтобы собаки бегали по ним. Вот качели даже для собак есть, она по ней перебегает. Вот здесь справа это скейт-парк такой для великов, самокатов, скейтов. Получилось, в общем-то, интересно. По сравнению с тем, что было, просто пустырь с деревьями и с тропинками грунтовыми. Получилось интересно, на мой взгляд.
Еще посмотрим после открытия, тут уже когда все доделают, когда все будет зеленое, высадят цветы, то есть завершенный вид. Посмотрим. Итак, всем спасибо за просмотр. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь,
А на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.